tú eres bella con la papaya. Денежки там у тебя? Дай маме. Мама в магазин пойдет. Лялю купит. Два рубля, три рубля, десять копеек. Да. Один. Два. А тут десять. Или десять. Десять. Где? Потеряла, что ли? Денежки. Нужно Лялю купить на денежки найти. Да, надо копить и купить большую Лялю. Куда ты? Вот правильно, Аня, вот сюда надо прятаться. Вот где должны храниться денежки, да, у мамы в титях? Да? Да, правильно, все, спрятали. Папа не найдет, да? Давай, маши ручкой пока.